Здравствуйте, дорогие друзья. Так, следующая машина у нас Mitsubishi L200. Это у нас пикап. Пикап 2.4 на дизеле, автомат. Получается 2022 года. Это у нас базовая комплектация. Сразу говорю, то, что есть три комплектации. Базовая, средняя и полная комплектация. В базовой комплектации у нас входит тканевый салон. Получается, это не кожа. Так, это у нас без ключевой доступ просто. Ага. Без кнопки автозапуска. Без люка. Вот в таком базовом состоянии. Так, есть также еще есть автоматы 2.4, только на бензине. Вот. Также есть еще полные комплектации. Насчет этого цены могут варьироваться, поэтому можете у нас уточнять примерно, сколько будет стоить. Вот L200 будет стоить $20,500. $20,500. Насчет доставки, растаможки. Вы можете писать также нам. Мы доставляем, получается, в Казахстан и в Россию. В эти две страны, без проблем. То есть здесь цена указана без доставки, без растаможки. Поэтому, ребята, лишние вопросы, пожалуйста, не задавайте. Вы написали, сказали вам то, что $20,500 она стоит здесь, в Дубае, без доставки, без растаможки. 2.4, 4-приводные, то есть полный привод.